Дорогие друзья, с вами Яна Федорова. И в этом видео я хочу показать вам, вот купила вот такой клематис махровый. Тырислунд называется, интересное название. Вот. И хочу его посадить. Посмотрим сейчас, что ж там внутри. Толком не разглядишь через этот пакетик, конечно, он весь матовый. И не видно, что там творится. Вот сейчас посмотрим, что ж там внутри. Так, вот она, корневина. Что тут еще? Все, больше здесь ничего нет. Только этот транспортировочный грунт. Вот такая корневина клематиса. Так, вот есть росточки. Они едва живые, конечно. Мы попытаемся их выходить. Вот так вот сейчас продают клематисы. Так, это в сторонку. Сажу-ка я его вот такое ведерко. Сейчас у нас начало апреля, но на улице так холодно, что, конечно, ни розы, ни клематисы, ни что другое, то, что продают в магазине вот такими корневищами, не высадишь в грунт. У нас угроза заморозков минует только в июне, наверное, Красноярский край, город Зеленогорск. Климат очень суровый у нас. Поэтому сейчас невозможно его, конечно, посадить в грунт. Даже у нас даже еще снег лежит кое-где местами. Земля вообще не оттаяла. Поэтому месяца два у меня порастет дома. Посмотрим, как же будет это все выглядеть. Может быть, выживет. Ну, надеюсь, что выживет. Вот так вот я его заглубила. И надо будет пролить. Это долго будет поливание такое. Лучше вот так. Вот так. Сейчас немножко вода впитается. Если мало будет, я еще подолью. И так как он находился все-таки в этом пакете, я думаю, что вот росточек у него такой крайне нежный. Думаю, что, наверное, стоит его поместить в тепличку. Сейчас какой-нибудь пакетик возьму и все-таки его прикрою хотя бы наполовинку, чтобы он адаптировался. Вот так вот. Такие полутепличные условия. Ему будет хорошо так. И потом посмотрим, как же он будет. Были там разные еще другие клематисы, но вот выбрала такой махровый. Он мне понравился тем, что он такого цвета и махровый. Это лиана, многолетник. 2-3 метра вот тут написано, достигает длину. Конечно, если он у меня получится, что я его выращу, я потом попробую его черенковать, и тогда, конечно, я его очень быстро разведу. Вот такие новости. Вот прошло уже, наверное, с неделька, и наш клематис хорошо подтянулся. Какие росточки у него были, вот здесь два пошло. Росточка, они начали прорастать. Теперь я ему сделаю опору такую, какую-нибудь кругленькую. И он пойдет по всей опоре так обвиваться. Ведь это же лиана. Вот. Потом она, когда хорошо разрастется, можно будет ее расчеренковать и размножить. Этот прекрасный махровый клематик.